Комитету государственного контроля Республики Беларусь 30 лет. Значимая, важная дата. Это ведомство свою деятельность начало в 1994 году и является ровесником Института президентства нашего государства. Спектр задач, которые стоят перед сотрудниками комитета, достаточно велик. Это и соблюдение актов президента, парламента и правительства, целевое и эффективное использование бюджетных средств, контроль использования государственной собственности. Они государевы люди, а потому защита интересов простых людей и страны в приоритете. Так было на заре деятельности, так есть и сейчас. Прошли годы. Ситуация менялась и меняется и сегодня. Меняются задачи, они увеличиваются, увеличивается их масштабность, их комплексность. И на сегодняшний день мы, органы комитета и центральный аппарат, работаем как единое целое, потому что практически все наши мероприятия, они сквозные, охватывают всю республику. И Комитет государственного контроля Брестской области вносит достойный вклад в наши общие результаты. Комитет госконтроля, он состоялся, доказал свою состоятельность, необходимость и занял достойное место в органах государственного управления нашей страны. Это первое. Второе, учитывая, что мы молодое государство, и все происходит на наших глазах, становление, все, я могу с полной ответственностью сказать, что комитет госконтроля вносит существенный, на протяжении всего времени, раньше и сегодня, вносит существенный вклад в развитие социально-экономического развития нашего региона и в целом страны. Мы в комитет приглашаем особо таких преданных, одаренных людей, и в самом деле, которые, для которых лишнего времени не существует, есть задачи, которые нужно выполнить, и выполнить грамотно, и повторяясь, на высоком профессиональном уровне. Комитет государственного контроля Брестской области вносит достойный вклад в общие результаты работы ведомства. Сотрудники с честью справляются с многочисленными задачами разной сложности. Каждый год, прибавленный в копилку трудовой истории комитета, делает их мудрее и сильнее. Основная суть и задача Комитета государственного контроля – это решение проблемы. Решение проблемы таким образом, чтобы упредить ее совершение, допущение каких-то правонарушений, упущений, недостатков в дальнейшем. И также выявить резервы повышения эффективности деятельности как субъектов хозяйствования, так и экономики государства в целом. Безусловно, это невозможно без тесного взаимодействия и с местными органами власти, и с другими государственными органами, и, конечно же, с силовым блоком. Потому что именно от взаимодействия между нашими структурами зависит эффективная работа и результативность контрольных мероприятий Комитета государственного контроля в целом. Большую роль в работе Комитета государственного контроля оказывают местные органы власти. Только в связке, в единстве, в общем желании достичь нужных результатов можно сдвинуть любое дело с мертвой точки. У нас достигнуто действительно очень тесное и плодотворное взаимодействие с местными органами власти, поскольку Брестский облсполком, надо дать должное, он слышит Комитет государственного контроля. И в общем и в целом мы работаем на один общий результат. А результат и цель всех органов государственного управления – это процветание нашей страны, безусловно, Брещина нашего региона, это рост благосостояния нашего населения, простых белорусов, а также тех, для кого наша страна стала вторым домом. Комитет государственного контроля стоит на страже не только защиты государственных интересов, но его всевидящее око, оно касается всех отраслей, всех сфер деятельности с точки зрения экономической. Ну и, конечно, комитет госконтроля всегда участен во всех проблемах конкретных отдельно взятых людей. Поэтому дело, которое комитет госконтроля делает, очень важное и нужное, потому что, ну, скажем так, всегда на защите интересов государства и интересов граждан нашего государства Республики Беларусь. И спектр вопросов очень широкий. Я даже иногда удивляюсь, как можно вот так разносторонне и полно охватывать все сферы деятельности. По делам и красивые слова поздравлений и награды. Сотрудникам Комитета государственного контроля Брестской области вручались грамоты благодарности. Подчеркивалось, что каждый работник ведомства достоин их.
Но в этот юбилейный год награды вручались лучшим из лучших. Основной ценностью Комитета государственного контроля с точки зрения моей, как председателя Комитета госконтроля области, является сплоченная команда профессионалов, труд которых направлен на то, чтобы служить нашим людям и нашему Отечеству. Для того, чтобы стать контролером и попасть на работу в Комитет государственного контроля, конечно, прежде всего, это нужно быть патриотом. Это нужно горячо любить свою страну и беззаветно служить своему Отечеству. Это должен быть честный, принципиальный человек. Тот, который является, безусловно, профессионалом, потому что для того, чтобы выявить резервы, чтобы указать на недостатки, нужно быть на голову выше тех, кому ты пришел проверять. Ну и, конечно же, это должны быть люди, которые хотят сделать завтра больше, чем сегодня. Приятным творческим подарком всем сотрудникам Комитета государственного контроля Брестской области стали прекрасные выступления брестских коллективов и исполнителей.